Весной этого года Минобразование Чувашии объявило конкурс по формированию молодежного правительства Чувашской республики. Из 48 конкурсантов отобрали 13 молодых людей, полных амбиций, сил и новых идей. Сегодня Михаил Игнатьев и члены Кабинета министров встретились с молодежным правительством Чувашии. Команда подобрана действительно дружная и увлеченная. Все ребята активно включились в работу во благо родной республики. И сегодня у нас есть все шансы стать лучшим регионом России в вопросах работы молодежного правительства. Этих парней и девушек отличает активная гражданская позиция. Многие ребята – руководители общественных организаций, призеры не только всероссийских, но и международных конкурсов, участники различных интеллектуальных игр. Молодых министров курируют старшие коллеги. В настоящий момент мы проходим и решаем первоочередную задачу, проходим стажировку в органах исполнительной власти Чувашской Республики с целью получения практического опыта и понятия структуры и характеристики работы каждых министерств. На молодых политиков возлагают большие надежды. Возможно, среди них есть тот, кто со временем сможет занять пост в кабинете министров. Полагаю, что кто-то из вас станет государственным деятелем, кто-то общественным деятелем. И вы проведете всю свою жизнь с пользой для нашей России, с пользой для себя. Молодые политики заряжают своей энергией старшее поколение министров. О соперничестве никто не говорит, но присутствие молодых и горячих заставляет быть в тонусе. Конкуренция – это помощь в работе, это помощь в новых мыслях, это помощь в креативных мыслях. И правильно, в молодежь надо верить, потому что когда такие активные, молодые, желающие что-то сделать и изменить рядом, так нам только сильнее, и нам легче работать. Работают начинающие политики действительно продуктивно. Устраивают информационные дни, участвуют в акциях по озеленению города, проводят семинары, тренинги. Сейчас идет конкурсный отбор руководителей транспортной и строительной отрасли, а также в резерв молодежного правительства Чувашской Республики. Екатерина Куприна, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.